Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о нашем любимом корнеплоде редис, или как мы еще называем, редиска. Сортов редиски довольно-таки много, но в большинстве они различаются по срокам созревания и по окраске корнеплода. Бывает белый редис, бывает белый кончик розовый плод, просто розовоплодный, длинный редис. Вот такие вот удлиненные сорта редиса бывают. Ну и, конечно, все мы любим ранние сорта редиса, чтобы как можно быстрее получить весенние нами любимые овощи. Большая проблема возникает, от чего редис уходит в цвет. Дело в том, что редис – это растение короткого дня. Когда день короткий, образуется корнеплод, а когда день увеличивается, образуется цветочная стрелка, и редис начинает цвести. Поэтому для того, чтобы получить вкусный сочный корнеплод, сажайте редис как можно раньше. Семена редиса холодостойкие. Поэтому, как только сошел снег, сразу же сажаем редис. Можно укрыть их посадки укрывным материалом. И когда редис взойдет, укрывной материал снять. Редис – полезный овощ. В нем много витамина С, в нем много витамина К. Вот эта вот горечь специфическая редиса очень полезна. И еще есть сорта редиса, которые можно сажать осенью. И вот здесь уже, когда осенний день идет на убыль, цветений не бывает. Зачастую осенняя посадка редиса более эффективна даже, чем и весенняя. Сажайте редис правильно, а наши советы помогут вам вырастить прекрасный урожай вот этого раннего нашего любимого овоща.